Здравствуйте, мы ученицы 4 А класса школы в Капотне, и мы хотим вам рассказать и показать, как беречь и экономить воду дома. Пресной воды в мире всего 3%, эти запасы истощаются. Пресной воды становится все меньше и меньше. Вода – одно из главных богатств на Земле. Трудно представить, что бы стало с нашей планетой, если бы пресная вода исчезла. Но такая угроза существует. От загрязненной воды страдает все живое, она несет большой вред человеку. Поэтому воду, наше богатство, нужно беречь. Мы решили узнать, как можно беречь воду и научиться бережно ее расходовать. Для экономного расходования воды есть несколько несложных правил. Очень много пресной воды пропадает из-за слегка подтекающего крана. Если из него каждую секунду будет падать только одна капля, за минуту наберется столовая ложка, за час – литр, за сутки – 24 литра. И это только в одной квартире. Представьте себе, какие реки воды вытекают во всем доме, улице, городе за месяц. А если подсчитать за год? Чтобы такого не происходило, надо следить за исправностью крана. Надо следить, чтобы вода не текла зря. А во время мытья рук или посуды не открывать кран на полную мощность. Когда вы чистите зубы, возьмите стаканчик с водой. Совсем не обязательно ей течь все 3 минуты чистки. Таким образом вы сможете сэкономить до 10 литров воды в сутки. За месяц это составит 3 тонны воды. Реже пользуйтесь ванной. Вместо этого принимайте душ. На него уходит воды в среднем в 2 раза меньше. Берегите воду, ведь она – основа всего живого на Земле. Чтобы не получилось так, что в один печальный день запасы пресной воды на нашей планете полностью исчерпаются.